Открываю террариум, чтобы лечить плюшу. Плюша – черная игуана с невероятным гребнем дракона и очень острыми когтями. Для лечения стоматита понадобятся пеленки, ватные палочки, хлоргексидин и метрогилдента. Обрабатываем полость рта и с помощью ватной палочки обрабатываю корочки. Останется промазать метрогилом. Плюша мужественно все выдержал и ушел греться под лампой вместе с подружкой.